Доброе утро, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал «Здорово с нами», где мы знакомим вас с разными рецептами, как можно оздоравливаться дома. И сегодня я хочу вам показать самое простое упражнение, которое можно делать с утра для разминки. Это в основном разминка, которую я делаю до основных упражнений. Мне 55 лет, у меня трое детей, и если кто-то скажет, что я вот такая вот красавица всегда, то я держу себя в форме, стараюсь правильно питаться, чиститься, оздоравливаться, быть здоровой. Чего и вам советую, и что вам могу рассказать, так как я имею большой в этом опыт. Что мы делаем? Самое главное, что у нас должно быть? Мы должны пить воду во время занятий. Обязательно немножечко глоточками, не надо пить стаканами. Должна быть удобная одежда, удобное помещение, коврик, твердый, плотный стул. Но это все будет на основных занятиях. Сейчас я вам покажу только разминку. Эту разминку я взяла из упражнений Синди Кроуфорд. Смешала это упражнение вместе с хатха-йогой, которые есть небольшие упражнения. И все вместе в комплексе использую. Я познакомилась с этим упражнением в 95 году, когда почувствовала, что вот я такая худенькая, стройная, у меня было тогда двое детей, но я очень уставала, и у меня не было сил. И получался замкнутый круг. Нету сил, чтобы заниматься, и заниматься нету сил. И вот такой вот замкнутый круг, но силы были нужны. И когда я купила вот эту кассету Синди Кроуфорд и начала это делать, через полгода я достигла шикарных результатов и чувствовала себя прекрасно. Сейчас вот я не занималась этим уже месяц, наверное, весь июнь, полтора месяца у меня есть, почти полтора месяца. И сейчас решила опять к этому вернуться, начать делать, потому что чувствую, что опять у меня нет сил. И вот решила восстановить этот комплекс и как бы для дисциплины хочу это записать и делать. Присоединяйтесь, будем заниматься этим вместе. Что для этого нужно? Сначала будем разминать голову. Разминаем все упражнения, делаем мягко. Не нужно никуда спешить. Если вы сильно, например, не гнетесь, не надо вот через силу. Выдыхайте, выдыхайте мягко, потихонечку, и у вас все получится. Главное начать. Поехали. Шея. Каждое упражнение делаем по 6 раз. Можно считать до 12, можно считать 2 раза по 6, да? Голову разминаем мягко, не спешим никуда. Можно включить ритмичную музыку, но просто для Ютуба все запрещено. Я вот включила Чайковского. Я не знаю, слышно или нет. Поехали. Шесть. Теперь будем поворачивать в разные стороны. И самое сложное, надо вот эту голову, когда делаете, очень аккуратно, медленно вращать. Шесть. Все. Шею закончили. Теперь начинаем плечи. Плечи я добавляю сначала хатха-йогу. То есть разминаем до плечей суставы.
теперь как бы вот это, да? Если вам не можете ритмично, делайте медленно. Самое главное нам нагрузить сустав. Так, теперь начнем плечи. Большой такой вот разворот, где мы должны повернуться. Выдох, выдох. Четыре, пять, шесть. Все, плечи. Теперь к плечам мы будем добавлять более поглубже будем делать плечи, да? Плечи сделали. Что можно еще из плечей сюда добавить? Можно делать вот так. Как будто мы плывем, да? Как будто мы плывем назад. Вы должны почувствовать такой комфортно. Чтобы здесь у вас прилила свежая кровь. Теперь начнем делать, немножечко разомнем ноги. Можно встать вот так, если удобно, главное, ногу зафиксируйте, на одну ногу встаньте. Если вам тяжело, возьмите стул. Стул должен быть тяжелым. Вам так удобно. Я могу так делать. Да, ногу зафиксировала, приподняла. Теперь. И стопа. Вернее, тазобедренный сустав. Так, теперь будем разминать немножечко нашу талию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так, по два раза. Такое ритмичное упражнение, чтобы размяться, если вот у меня там сегодня очень холодно. И поехали. Шесть. Все, и начинаем заниматься нашей талией. Да, сначала ноги соединили. И так. Спасибо.
расставили ноги. И более глубоко ноги расставили и начинаем вращение всем телом. Разминка на тазобедренный сустав. Ноги ставим пошире, кому как удобно, кто насколько может. И начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь присели на носочек и потянули на себя носок. И теперь разворачиваемся. Да? У нас была разминочка. Оставайтесь с нами, смотрите наши ролики по здоровью. Спасибо.